Макс – тихий, но очень любопытный мальчик. В зимние каникулы он находит таинственные следы. Что, если это горный тролль? Макс заинтригован и твердо намерен встретиться с этим таинственным созданием. Макс! Разумеется, никто из родных ему не поверил, кроме бабушки. Уж она-то знает, что в здешних горах водятся тролли. А еще она знает, что тролли очень пугливы и сторонятся людей. Но у тролли не было выбора. Ему пришлось показаться, чтобы спасти Макса. Макс и тролли быстро подружились и весело проводили время. Но троллям не место среди людей. И уж точно не место в семье Макса. Вскоре тролли соскучился по семье и захотел вернуться домой. Максу и его друзьям предстоит увлекательное путешествие в горы к родному дому тролли. Полон удивительных созданий, готовых помочь людям. Но увидеть их могут лишь те, кто этого хочет. Отправляйтесь в удивительное путешествие вместе с Максом и его чудесным другом.